теперь его можно носить на улицу. У него волосы стали розового цвета. Друзья, всем привет! Меня зовут Кристина, и вы на моем канале. И сегодня у меня новая куколки LOL Surprise. Это серия All Star Sports, или же летние игры. И это яркие спортсменки, которые всегда готовы к победе. А если вам понравятся эти куколки, ссылочку на них я оставлю в описании. А мы погнали распаковывать. И первый шар на очереди. Открываем замочек. Тянем за него. И я уже вижу сам шар. Он такого серебристого цвета. И тут я сразу вижу подсказочку. И на ней нарисована капелька и куколка. Скорее всего, она как-то связана с водой. Снимаем второй защитный слой. И шар у нас серебристо-прозрачный. Высыпаем все сюрпризики. Сколько их тут много. Что хотелось бы сказать, то что шар выступает в виде подставочки. Всегда мы потом поставим куколку. Давайте сначала посмотрим гид коллекционера. Это у нас титульная сторона с куколками. А на обратной стороне вся коллекция с их именами. Посмотрите, какие они все модные и спортивные. Какие-то из них попадутся мне сегодня. А кстати, друзья, кому как и мне нравятся куколки LOL, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Тебе не сложно, а мне будет очень приятно. И первый сюрпризик я распакую саму куколку. Мне так не терпится узнать, кто там. Вау, это действительно она! Это же куколка, которая нарисована на этикетке. Посмотрите, какая она суперовая. Она выглядит даже прикольнее, чем на картинке. Давай-ка мы тебя оденем, а потом поподробнее рассмотрим. Так, что же тут за сюрпризик? Вау, да это же кружечка! На ней написано H2O. Это формула воды. Если ты тоже это знал, ставь лайк. А что же в этом пакетике у нас будет? Да это же знаменитый плавательный круг. Какой же он классный. В конце мы его примерим. Так, тут что-то маленькое. Это ее медалька. Какое-то призовое место. Ведь она же спортсменка и занимается плаванием. Следующий сюрпризик. Так, что это? Какая-то ленточка. Ребята, вы знаете, что это? Это же шлейка для сумочки. Ее можно подцепить на шар. Вот так вот. Клац. И теперь его можно носить на улицу. На очереди следующий сюрпризик. Так, что же здесь? А это ее костюмчик. Посмотрите, какой он яркий в цветочке. Наверное, давай я тебе сразу его и одену. И в нарядике она выглядит значительно лучше. Такая красотка. Тут, наверное, осталась ее обувь. Точно, это же ее обувочка. Вот такие вот розовые модные кроссовочки. И остался самый последний сюрприз. Что же там? Так. Что это? Похоже на медаль. С этой стороны нарисован ее портрет, а с обратной стороны звезда. И написано ее имя Surf Baby. Так она, значит, занимается не плаванием, а серфингом. Ну, конечно же, я серфингистка. Ну, теперь я уже поняла. Давай на тебя одену медаль и надувной круг. И вот так вот куколка выглядит на своей подставочке. Она выиграла какие-то соревнования и получила за это медаль. Мне уже хочется посмотреть, что там мои подружки-спортсменки делают. Ну, так мы сейчас это и сделаем. Следующий шар и снимаем защитный слой. Вау, он уже другого цвета. Какого-то такого бирюзового. И тут мы сразу видим подсказочку. На ней нарисована планета и пластинка. Что же это означает? Второй защитный слой. А, оказывается, шар точно такой же, только пакетики в нем разных цветов. В том были розовенькие, а тут голубенькие. И вот все сюрпризики. И мне хочется опять посмотреть первую куколку. Интрига. Так, что же там? Вау, какая она золотая! Друзья, вы заметили то, что ее прическа похожа на мою? И кофточка тоже такого золотого цвета. Ну и совпадение. Она вся такая глиттерная. И глаза у нее интересного цвета. А одежда золотая с синими вставочками. Так, ну что, давай я тебе одежку искать. Может быть, тут твой нарядик? Это же бутылочка. Она синяя с золотой крышечкой. Следующий сюрпризик. Так, что же у нас тут? Да это же ролики! И они не простые, они золотые. Ну, собственно, как и сама куколка. Что это тут такое большое? Так, посмотрим, что это. Вау, да это же рюкзак! И он тоже золотой, глиттерный. Она, наверное, тут носит свои ролики. Давайте посмотрим следующий пакетик. Я знала то, что она настоящая чемпионка. Потому что у нее золотая медаль. И она победитель всех соревнований. Да, сюрпризиков там еще много осталось.
тут у нас что? Это тоже ленточка для ее шара сумочки. Так, что тут в пакетике? Вау, что это? Да это же повязочка на голову. Такого красивого синего цвета. А здесь интересно, что? Это же ее костюмчик. Вот такой вот необычный. Он весь глиттерный с золотым поясочком. И тут, наверное, ее медаль с фотографией. Вот так вот она тут выглядит. Очень красивая. А на обратной стороне нарисована звезда и ролики. Ее зовут Soul Baby. Кстати, друзья, вы помните то, что эта кукла была изображена на шаре? Вот это вот повезло. Давайте-ка все примерим и поставим ее на подставочку. Ну что, друзья, вот такая вот красотка. Она стала просто блестящей. Ну это же чемпионка. А в этот рюкзачок я положила ее бутылочку. И после тренировки она будет пить водичку. И на очереди у нас третья куколка. Первый слой. Так, тут же должна быть подсказочка. А вот и она. Да тут тоже капелька и куколка. Как и в первом шаре. Друзья, может у меня сегодня будут близняшки? Второй слой. И снова высыпаем все сюрпризики. Но тут я сделаю вам интригу. Сначала я вам покажу сюрпризики, а потом куколку. Так, что тут? Что-то необычное. То ли это юбочка, то ли какая-то резиночка. Ну, потом мы это и узнаем. Следующий сюрпризик. Вау, это же настоящие очки. И, кстати, они не от солнца, а для плавания. Таких очков для плавания я не видела еще ни у какой куклы Лол. Это настоящая редкость. Это у нас ленточка. Что же тут у нас? И тут у нас бутылочка. Она розовая с цветочком. Что же в этом пакетике у нас? Вау, какой костюмчик. И она в нем будет плавать в бассейне. Это похоже ее ботиночки. Вот такие вот прозрачные розового цвета. Тут ее медалька. Вот такая вот медаль. Но саму фотографию я вам покажу позже. Могу сказать то, что ее зовут Royal Honey. Наверное, она из королевской семьи. А теперь время показать саму куколку. Вау, какая она красивая. Как настоящая русалочка. Она, правда, без одежды. Давайте ее оденем и рассмотрим ее подробнее. И вот так вот выглядит эта красотка. У нее такая классная розовая завитушечка. А на щечке у нее знак отличия. Это черное сердечко. И вот так вот она выглядит в своем образе. И вот все подружки на своих призовых местах. Каждый чемпион в своем виде спорта. Друзья, но это еще не все. В гиде коллекционера нарисовано то, что она умеет менять цвет в холодной воде. Бррр, что-то мне не хочется лезть в холодную воду. Но зрители же хотят увидеть изменения. Ой, ну хорошо, но только за лайки, подписку я это сделаю. Я думаю, то, что наши друзья поддержат твое решение. У меня уже готов для тебя бассейник с водой. Кристина, мне меняется только цвет волос, подруг, у нас только голову. Ну хорошо. Ну что, друзья, вы готовы увидеть превращение? Раз, два, три. Вау, это магия. У нее волосы стали розового цвета, а на виске появились цветочки. Давайте вымем и посмотрим. Вау, какая классная прическа. Кстати говоря, у меня тоже был похожий цвет волос. Слушай, да у тебя же надувной круг. Давай проверим, как ты плаваешь. Йоу, я готова. Бульк. И вот так вот она плавает. Ну что, друзья, вот такие вот классные куколки-спортсменки у меня сегодня были на распаковочке. А кому вы понравились, ставь лайки и подписывайся на канал. И всем пока-пока. И шар у нас серебристо-бросвач. Открываем второй замочек.